Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Имя Тугабек Устун долгое время хранило молчание. Однако сенсационное заявление, сделанное им недавно, привлекло внимание средств массовой информации и его поклонников. Знаменитый актер во время интервью неожиданно сделал интересное заявление о героях, которых он сыграл. Туба начала со слов «Моя роль требует кое-чего», после чего наступила пауза. Пока зрители и пресса с любопытством ждали, он продолжил «Иногда актерская игра требует выхода за рамки. Я должен чувствовать эмоции, которых требует персонаж, которого я играю в реальной жизни». Это заявление стало важной подсказкой, показывающей подход Тугабек Устун к актерской профессии и персонажам, которых она играла. Поклонники и средства массовой информации были впечатлены тем, насколько глубоко актер копал, чтобы понять эмоциональную глубину персонажей, которых он изображал. Пока СМИ широко обсуждали заявление Тубы, ее поклонники также подняли этот вопрос в социальных сетях. Дискуссии о понимании Тубой актерского мастерства и о том, чем она жертвует ради своих ролей, заняли важное место в повестке дня. Однако Тугабек Устун промолчала и не раскрыла подробностей по этому вопросу. Поэтому фанаты и средства массовой информации стремились узнать подробности этой глубокой эмоциональной связи актера с персонажами, которых он играет. Сенсационное заявление Тугабек Устун раскрыло ее взгляд на актерское мастерство и подход к персонажам, которых она играет. Однако, поскольку он не раскрыл всех тайн об этом, зрители и СМИ продолжали ждать, чтобы узнать, насколько глубоко он ушел в актерство и на какие жертвы пошел. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.